Всем привет! Это то самое место, где мы в апреле снимали поломку полуоси, когда мы поехали на 40-х колесах испытывать 40-е колеса. А сейчас май, правда, 2014 года, и мы небольшой компанией выбрались в лес, в горы, но не для того, чтобы порубиться или испытать автомобиль, потягать лебедку. Мы едем отдохнуть от городской суеты, вдохнуть свежий горный воздух. И вот так потихоньку, выбирая дорогу, движемся, ищем место, где мы будем ночевать. Автомобиль стаскивает вниз по склону, по раскисшей земле. Но если выбрать правильно траекторию, то можно ехать. Что мы и делаем. Лес уже совсем не тот. Совсем не тот, который был зимой. Он уже просыпается медленно. Но уже чувствуется во всем дыхание природы. Весеннее дыхание. Вот и муравьи уже проснулись, восстанавливают свой дом. А мы в поисках более удобного места для ночевки. Хотелось бы, чтобы не было воды, чтобы был красивый вид. Вот. Колесим по полянам, которые полностью залиты водой. Вода стекает со склонов. Такое чувство, что лес умывается, пытается проснуться после зимней спячки. Наверное, оно так и есть. Пройдет еще неделя-другая, и весь этот хлам, который сейчас вот наружу, он будет закрываться травами, цветами, зазеленеет мох, набухнут почки. А сейчас этот он только открыл глаза. Двигаясь дальше, ближе к вершине, снега становится все больше, и мы уже думаем, что мы не сможем найти место. И нам придется где-то вот расположиться на вот этой водяной подушке. Удивительно, но в эти моменты совершенно забываешь о тех заботах, которые тебя ждут в городе. А вот и островок, который мы искали. Везде бежит вода, люпает вода, снег, снега полно. Да, кругом, кстати, вот следы пребывания животных. Вот он, наш островок, абсолютно сухой, кругом вода, а здесь сухо. Можно жечь костер, поставить палатку, вот так расположиться.
снега много. Не подняться? Не подняться? Ну, говорили на этом... О, как это, экстрим-клуб. Они говорили, что не подняться. Нет, ну мы почти нам осталось, короче, метров 400. Не знаю, как бы это. А вы с ночевой туда собирались, да? А? С ночевой собирались? Нет. А, просто за... Вы вокруг этого же проехали, да? Вокруг Юмы? Здесь дорога, сказка по сравнению с снегом. А, вот это нормально, да? Это вообще кайф. Вот так вот кайф. Прямо, да? По дорогам найти. Снег, наверное, самое тяжелое получается. А там, говорите, тяжелым, как вот просто там упираешься, все. Ну можно про это, то есть тропинку тоже переделать. Не езда, понимаешь, не езда. Не его езда, да. Сейчас он промокнет. Так а там, говорите, у тех еще меньше, а они как бы что там, новички, да? А? Там новички, что ли, вообще парни? Нет, не новички, просто бухали много вчера. Сейчас выходит. Сейчас все выходит. Нет, оно уже давно вышло. Вместе с силами, с последними. Да, они тоже спутнак-то был. Слушай, опасно, детки же все это не привыкают. Прикол ехать, видишь? А мы крадемся тихонечко. Нам газовать нельзя, иначе вот здесь вот тихонечко потыкался, раз проехал там. Ну то есть наоборот. А тихо... тихонечко получается. Ну, я и говорю, а здесь тихонечко. Колеса и так слегка приспустил, как-то спускаем чувствительно и тихонечко, тихонечко. Мы-то ожидали, что снега уже не будет. Мы хотели сегодня на Мы хотели на Нургуш ехать. А нам говорят, вы чё, там снега до херища. Да Нургуш это, что там делать-то? Много. Кого? Много снега наверняка. Ну вот и говорю, а мы ездили один год, мы ездили 9 же мая, Серега, да? На Свиридюху-то? На Свиридюху когда, с Ленаром, что ли? Нет, а с этого. С Тюлюка-то? С Тюлюка. 1 мая, 2 мая, что-то такое было. Ну, а, 5 мая. А, 5 мая. До Купался я там еще. Да, до 9 мая было. Там снега мало было. Ну давайте, удачи вам. А ну вы самое сложное проехали, получается. Тут какие-то звери все медведи проснулись, которые, я не знаю. Серега, главное, чтобы медведи эти не пришли ночью нам мстить. Говно сыпаться на ходу у них Вот наш замечательный ужин. Не знаю, как ночью, но я сейчас хочу, чтобы кушать и костерок горел, чтобы вот так. Антураж какой-то такой. Сань, давай ты ешь, тарелка остынет, сейчас невкусно будет. Сейчас он горячий, все равно по-любому сейчас. Блин, топор классный, мне нравится. Вообще, все классно. Перец и соль, не знаю, какой приправы у тебя тут не было. Все, все нормально. Скажи-ка,
Отдувает такое ощущение. Да, отдувает. Подожди, стой. Стой, стой. Так будет все классно. Все полотенце все равно он такой классный. Хорошо. На утро мы решили проверить, насколько сложная дорога до вершины. Мы отлично отдохнули, чувствуем силы и начинаем двигаться к вершине. Снега становится все больше и больше. Где-то можно проползти тихонько, где-то только с разгону. Вот так вот пробивает этот рыхлый снег. Снег настолько рыхлый, что кое-где видно следы зайцев, которые полностью проваливались и скребли брюхом. Что нереально просто вообще. Саня, до вершины Саня... осталось 100 метров. Я сейчас про блогю. До вершины осталось 100 метров по вертикали. Но мы потеряли дорогу. Так бы мы, конечно, доехали вообще спокойно, не считая на то, что снега тут метр, блин. Вот, если бы знали дорогу, доехали. В общем, осталось 100 метров, и мы решили оставить это. Эту затею оставить, и пусть кто-нибудь другой побеждает. Мы решили удовлетвориться тем, что получилось. Все, фотография на память. Прикольно, но путь домой оказался более сложный. Два раза мы разбортовались. По-моему, две стороны. Слушай, колесо какое-то капец. Сейчас он, его срочно надо доставать, он сейчас везде загнется так. Вообще очень интересно. Гора называется Юрма. И с башкирского языка Юрме означает «не ходи». И сколько мы вот сюда ездим, у нас частенько происходят всякие вот такие мелкие и не очень мелкие неприятности. Ну, внутренняя часть, по-моему, на месте, по-моему. Внутренняя часть. Сейчас мы его натянем. Повода попала, черт, будет дисбаланс. Что теперь делать? Ничего такого. Доедем, ладно, отсюда уйдем. Да, имеем. Сами не потеряй как. Ну, понятно. Будешь до города бежать, пальцем держать. Ехать будет. Там включи этот самый компрессор. Знаешь, когда ты чувствуешь, что она сейчас сама пойдет. Ну, она сейчас уже все равно всадит. По-любому сейчас. Все. Сейчас сядь. Я вижу уже, что накачивается. Что-то я сильно не буду. Слабо накачал. Не-не-не, как слабо? Да, ну говорят, что даже челюсть выбивала. Я слышал, пальцы ломало. Пускать опасно. Сразу падать на него надо, так пару раз дрогнешь, но остановишься.
груди накроет. Америкосовский, блин, натовский хайджек, блин. Они там, наверное, хаммера сейчас в этом, на Украине джейчат вот таким вот хренью такой, гады. Знал бы, что они на Украину придут, я бы не купил этот домкрат у них. Не успели забортовать переднее колесо, как разбортовалось заднее. Буквально через несколько минут. Ну, это была последняя неприятность. В этом случае как бы часто показывают, что одевают с помощью взрыва покрышку. Но в этом случае это не обязательно. Когда она плотно сидит на диске, то вполне хватит и компрессора. Ногами-то, ногами. Ну, в общем, получилось как бы неплохо скатались. Если не учитывать то, что я потерял флешку с самыми классными кадрами, которые я делал ночью. Вот и думаем, сейчас обратно ехать или придется, наверное, съездить и еще раз повторить. Без вариантов. Флешку не жалко, вот. Съемку жалко. Лошара. Лошара.